Ой, куда дели мою мебель? Почему только ТикТок не научит? Хоть работает? $30. Беляешь. Смотри, другая Алда короткая сказала. Что там, таракан? Паук? Ты опоздала на 5 минут. На 5 минут опоздала. Все, ты наказана. Куда она убежала? Где она? Она со мной решила в прятки поиграть. Всем привет. Пойдем в прятки играть. Ты в прятки хочешь играть? Пойдем, пойдем играть в прятки. Пойдем, пойдем. Ай, Чебурашка. Так, все, позавтракали? Нет. Маргоша не позавтракала. Маргарит, вон чай у Ксюши там остался, допивай. Тебе чай сделать? Или сама сделаешь? Мы покушали, папа уехал на работу. Каролина уехала к тете с ночевкой. С сестричками играть. А мы остались дома. Да. Последняя неделя каникул. То есть ты учила, задание все сделала? Нет? Тебе ничего не задавали на каникулы? Мадам? Да. Девушка? Чем мы сегодня будем заниматься? Учить для теста. Учить для теста? Играть в Fortnite. Каникулы быстро проходят. Девчонки. Мальчишки и девчонки. Только один мальчик. Вон мальчишка сидит там. Это где мальчик? Ты видела, там в горах снег выпал? Да. Вон, которые горы там. Нет. На горизонте стоят? Не хочу я зиму. Кто хочет зиму? Я. Не хочу. Просто знаешь, если бы была бы настоящая зима, да. Знаешь, такая вот, чтобы снег лежал, чтобы по колено снега. Вот такую зиму я люблю. А зима, которая снежок там посыпал, посыпал, все растаяло, грязь сделал. Вот это не люблю. Я люблю такую белую зиму, чтобы деревья были в снегу, чтобы все было в снегу. Тогда мне нравится. А такая, как у нас здесь зима, сидит сама, кривляется перед телефоном. Бонни, ты зачем спрятала какашку под подушку? А Бонни у нас еще жвачку жует. Ничего себе. Мятную. Бонни спряталась. Так, все, давай, убирай тогда. Хочешь пойти на улицу, тогда убирай комнату. My best friend didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you, you and me so clueless. Ребятки, я убрала комнату. Вот. Чистота и порядок. Ой, какашка валяется. Бонька, иди за какашкой. Она еще не проткнула его? Нет. Как она его носит? Он очень я тяжелый. Смотри, ну как, вот так вот? Ну во рту все. Тем более, он такой огромный. Так... Это мячик твой, да? Да. Все, убежала. Что ты делаешь? Не могу ее найти. Ну зачем она спит в это время? Ты ее тревожишь. Значит, она там, потихонечку, не напугай ее. Вот. А то она потом... Она меня укусила один раз. У нее еда, что ли? Да, по-моему. Нет? Да. Смотри, какие глазки у нее сонные. Разбудила хомячку. Разбудила хомячку. А толстая стала. Бедненькая. Ой, держи, а то она сейчас это упадет. Да, она чуть-чуть толстая стала. Собаки тоже 15. Ой, напрыгнула. Ну, собаки хоть до 15 лет живут, а это всего лишь 2-3 годика. Дедом и дедом.
Она тут висит. Она не поняла, она думает, что такое? Куда дели мою мебель? Где вся моя мебель? Куда дели? Вот колесо. Вот колесико любимое. Домик любимый. Что-то лезет и уйдет. Ага. И тебе ничего не делаю. Видела в ТикТок видео. Почему только ТикТок не научит? Хоть работает? Наверное. Наверное. А то, что шапки все на голове тоже, это специально. Чтобы информация не испарялась. Да, чтобы не испарялась информация из головы. Все, занималась? Давай-давай, учи. Да, конечно. Ай, Ксюша. Так, я сейчас буду варить супчик. Супчик, супчик. Осторожно, пожалуйста, с этим мячиком, потому что если он попадет в телевизор, то телевизору будет конец. Велики побросали, все побросали на улице. Иди гуляй. Сейчас буду убирать. Ой! Что, все открыла? Маргарита на улице еще до 5 часов, она в 5 часов придет. Угу. Это ты все рекламы смотрела? Давай велики будем убирать. Ваши скейтборды. Best friend, didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. How it's gonna say. Я смотрю, сейчас многие украшают свои дворики как-то по-осеннему. Не знаю, тыковками, еще чем-нибудь. Мне так тоже захотелось. Вот не знаю, куда поехать и где бы тыковки купить. Куда потащила собаку? И где бы купить тыковки, чтобы здесь вот как-нибудь, не знаю, украсить немножко, сделать по-осеннему, осеннее настроение, осенний декор во дворе. Раз у нас дворик есть, раньше у нас не было дворика, я как-то не заморачивалась, не думала об этом, а сейчас прям так захотелось настроение осеннего. Велики вообще-то нужно убрать отсюда. Велосипеды можно убрать в подвал, а там специальное место. Потому что здесь что-то вообще никак не смотрится. И мне кажется, лежаки тоже уже нужно убрать. Сезон закончился. Потому что лежать мы на них загорать уже не будем, а они просто так стоят и мокнут. А здесь все так же у нас. Песочница. Вот этот домик для Барби тоже нужно кому-нибудь подарить. И насчет трамплина. Насчет этого батута я тоже думаю. Не знаю, убрать, не убрать. Все-таки зима, холодно, а просто так стоит, и там только травка портится. Вот, папин велосипед. Сейчас он пока на машине ездит. Цветочки мои тут еще стоят. Кстати, вот это у меня Анютины глазки. Смотрите, как они уже разрослись. Я надеюсь, будут цветочки. Наверное, их нужно занести, потому что здесь им холодно. И вот это вот ромашки все еще никак не могут вырасти. Зацвести. Вот это цветет. Ой, сколько воды. Ты налила. Нет, это дождик. А, дождик. Да. А, вот это пакетеры. Вот еще новенькие. Тут красиво будет цвести. Да, это все цветочки будут. И скоро вот эти кусты будут опадать. Листочки сухие. Будем постоянно почищать. Мам, пойдем на дух. Газон. Пойдем домой. Прохладно, да? Так, все, мы садимся. Я даже не знаю, обедать или ужинать.
5 часов вечера. Это у нас обед поздний, если честно. Для нас это обед. Да, это поздний обед. Очень поздний обед. Да, очень поздний обед. Сейчас придет Маргарита, тоже будет кушать. Вкусно? Да. Горячо. Покажи, что там нашла. Бунитаку. Ксюша. Я вообще, я... Ксюша нашла на сайте Билли Айлиш. Что это такое? Матрас? Да. Матрас. Качу. Надувной. Зачем тебе он? Чё, в ванне плавать? Да. Угу. И потом смотрите. Еще есть... Покажи, какой вот. Он. Вот. Вот он. Вон, зелененький человечек. Это матрас. Он стоит почти $100. Чего? Чего? $100. Да ну, да, Ксюша. Да, и фигурка какая-то. Неизвестно какого размера, что там, как там, ничего не видно. Ну как, видно же, коробка большая. Да, большая на фото. А может быть, она вот такая вот. Сколько она стоит? 30. 30, значит, не очень большая. Должны быть написаны размеры. Да, вот. Это по их... А, вот 26 сантиметров. Ну, большая вот коробка. Ну, нормально. 26 сантиметров. Барби. Ну, да. Видишь, Барби. $30. Беляешь. Потом другая Alda Cord Girls Called to Hell. Угу. Вот это тоже очень нравится. Но вот это, и это... А, это тоже куколка? Да. А, с крыльями. Да. Угу. Угу. А, это чуть подешевле. Угу. Что, наверное, песня такая подобная? 15 сантиметров она. Меньше. Она поменьше. Куколки Билли Айлиш. Сама сделай куколку Билли Айлиш. Купи куклу, сшей одежду, заказать. Покрась волосы. Не, не, не. Тебе будет кукла Билли Айлиш, да, Макс? Ты опоздала на 5 минут. На 5 минут опоздала. Все, ты наказана. Как так можно вообще? 5 минут прошло. Уже 5:05. Шучу, конечно. Шучу, конечно, шучу. Ничего страшного. Я сходила за куртками в подвал. Смотри, помери. Спала. С какашкой вот во рту. Это папа. А она спала с какашкой во рту. Как раз еще? Да. Ну да. А можно где еще. Моя? Твоя уже все, она вся уже потерлась, это стерлась уже. Нет. Уже некрасиво. Это новую купишь. Ух, все, притащила я коробку. С обувью. Сейчас будем мерить. Макс, здесь только взрослая обувь. Твои, по-моему, мам, здесь нет. Что там, таракан? Нет, это Маргарита. Паук? На Маргарите нормально. Да? Да. Офигеть, ты же мне их покупала в метро. Ну. Ну, значит, будешь сейчас как раз носить. Да. Ну? Как раз? Значит, ножка не сильно выросла. Как раз? Девочка, она в классе, она все на черные тоже такие же. Это, по-моему, Ксюша. Мам, это Каролине. А это Ксюш твои. Сдекенес. Мам. И это Маргарита. Нет, это мои. Нет, это Маргарита. Маргарита, это твои. Это я покупала в Бершке в прошлом году. Но уже таких нет. Они очень удобные. Всю зиму проходила. Большие они те, Ксюш, большие. А, вот эти помери. Маргарита. Какие-то из них твои. Какие? Уже надо убрать. Кеды уже все, сезон кедов закончился. Ну, фильм. Мне дальше, наверное, кот. Кот, видно, два. Нашла шишки. И хочу... заполнить вот эти вот графины. Я все равно пока ими особо не пользуюсь. Вот они у меня стоят пустые. Есть. Есть? Поэтому я сейчас их туда накидаю. Я принесла вот таких мышек, не знаю. Они такие миленькие, с шарфиками. Я вообще-то их на Новый год покупала в прошлом году. Но думаю, все равно они такой уют создают. Мышки. Вот. И нашла вот такой вот
венок. Не знаю, что с ним сделать. Куда повесить? На дверь повесить не могу, потому что там не за что крепить. И гвоздь тоже прибить нельзя. Вот, и никак не знаю, куда его приделать. И вот эти шишки тоже принесла. Вот. Может быть, их тоже куда-нибудь поставлю. Вот эти вот могу добавить туда. Вот так вот. Белая. Шишечки. Куда я достала? У Ксюши приступ Золушки. Ксюша убирает полочки. Ищем просрочку. Нашла что-нибудь? Просрочку. А, нет. Я здесь уже убирала, здесь можешь не трогать. Только наверху не убирала. А что тут может быть просрочено? Тут все новое. Ну, значит, нет ничего просрочного. Вот это вот может быть просрочено. Нет, это не это. Это всегда, ну, в принципе. Не, знаешь, какой год? 2021. Так что не просрочено. Нет, это тоже новое, тут все новое. Катя, что из квартиры? Very much. Бонька динозавр. Почему Бонька динозавр? Иди ко мне. Иди ко мне, моя девочка. Иди ко мне, моя хорошая. Все, давай, место. Место, место. Место, Бонни, место. Молодец, все, ложись. Кушать. Кушать еще будешь. Тебе покормить? Все, спокойной ночи. А мама? Все, всем пока. До спать. Завтра. До завтра.